Да. Ну вот мы наконец выгнали свиномат. Перегнали ее в соседний. Закройте там двери. Кто там? Алло. Илюха, двери закроешь, да не ломились свиноматить. Ну и сейчас придут спасать своих поросят. В общем, у нас тут 7 свинок, десятков. Видите, какие рябые, рыженькие. Ну давай. Тихо. Пацаны. Рыжий пацан. Тихо. На 3 дня они, конечно, плохие. Эти пуповины пастихали они. Тихо. Мама трошки переживает их. Девером коршуна смыло, смотри. И не уходят, но смыкались в случае, если какой-то кипиш, чтобы сразу свалить. Вот хитрые жопы такие. А где их не 4-й брат отрабатывает? Все, открывай. Да нигде пойдет, просто ты выйдет. Тихо. Такой маленький, такой прыткий. Что там у нас осталось? 3, да? Угу. Что сейчас потом покосим? Ого, что я глянул, какой хороший. Самый большой среди. Ну, я надеюсь, самый храбрый. Покажи свинку. Через забор покажи, как она носится. Мама нервничает. Я лечит, как будто ей никогда не помогли еще. Ну что, давай еще двоих тут оставим. Чтобы они не позатавливались. Ах, это еще и пацан. Да ладно, мама, тут не пугайся, а то она фыркнула, так ты бедная аж сальто сделал у меня в руках. Мужик не боялся, не верещал, как девка. Темненький остался. Последний тут, перистый. Все хрюшки петренчики, поэтому все беконы. Шкура тоненькая, сами такие нежненькие. Кушать любят, растут быстро. Короче, все их любят. Все как нравится народу. Сейчас мы их витаминами пройдемся. Это будет очень хорошо для их дальнейшего роста. Еще раз, мама, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго. Ну что, давай выпущу.